период с марта по апрель 2020 года во время карантинного режима в Азербайджане заметно снизилось антропогенное, обусловленное человеческим воздействием влияние на окружающую среду. В частности, значительно снизился уровень загрязненности воздуха. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев на брифинге оперативного штаба при Кабинете министров. Причиной снижения концентрации различных загрязняющих веществ в атмосфере является ограничение деятельности промышленных предприятий и заведений общепита во время карантинного режима, а также значительное снижение использования автомобилей. Ограничения, введенные в период карантина, положительно сказались и на качестве прибрежных вод Каспия. Участники брифинга рассказали о процессе утилизации медицинских отходов и об их влиянии на окружающую среду. Начальник Государственной службы экологической безопасности Хикмет Ализаде отметил, что утилизация проводится при температуре от 800 до 1200 градусов, что позволяет избежать негативных последствий. Он также рассказал о влиянии средств дезинфекции на окружающую среду. Безусловно, нужно учитывать, что используемые для дезинфекции средства оказывают воздействие на окружающую среду. Но это воздействие незначительное. Здоровье – самое главное. Это конституционное право человека. Тем не менее, достигнута договоренность об использовании хлора в меньших объемах в составе дезинфицирующего раствора для минимального воздействия на флору и фауну. В то же время после смягчения карантинного режима количество загрязняющих веществ в атмосфере увеличилось. Об этом на брифинге сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева. По ее словам, в сравнении с прошлым месяцем количество загрязняющих веществ выросло на 30-35%. Эльдар Расулов, Фейруз Рагимов, CBC.